Друзья, всем привет! Решила сегодня съездить на речку, посмотреть, вода уходит, не уходит, виден ли мост. Вот мы двигаемся по улице Бориса Арепской, подъезжаем. Посмотрим. Воды много. Так, остановимся. Так. Нет, мост не видно. Приплыло какое-то дерево и зацепилась за мост. Ну, пойдемте сходим, посмотрим. Так, подойдем ближе сейчас к воде. Посмотрим. Ух, вода как убывает. Тут грязь. Пройдем в другое место. Вот где кустики. Отсюда мост начинается. Ну, встретил вон товарища, сказал, вода убывает с каждым днем. Все больше и больше. Да, видно. Да, пляж он видно уже. Сейчас я вам покажу. Пляж. Птички какие-то летают. О, красота какая. Сейчас я приближу. Вот пляж. Так, в эту сторону, оттуда у нас течет хопер. И вон туда он тоже впадает. Сейчас пойдемте с вами посмотрим. Так, сейчас мы сюда пройдем. Здесь у нас база отдыха в этой стороне. Так. База отдыха. Можно снять домики, рыбу половить. Лягушки уже поют. Уток нет. Но в одном месте мне сказали, лебеди есть. Мы сейчас поедем, посмотрим. Может быть, увидим. Красиво, тихо. Смотрите, какие цветы красивые. Ух ты, желтенький, красота-то какая. Зелени, конечно, маловато, холодно, минус 13, ветер холодный. Так, давайте еще раз посмотрим. Птички поют. Ну, я же говорю, тепла нет. Я сейчас ехал, было 13 градусов, в машине показывал. Ну что это? 7 мая. Мерзнем. В куртках ходим. Что-то котик хочет.
Так, ну что ж, поехали. Едем. Другое место посмотрим. Может, лебеди есть. Прилетели и не улетели, может быть. Ну что ж, друзья, вот мы и прибыли на это место, где мне сказали, лебеди есть. Да, вон вижу лебеди. Сейчас я увеличить попробую. Вон они, два вижу. И вон, наверное, еще один или два. Подойдем, может, поближе. Мне сказали, 7 штук видели. Ну, вода падает, может, они ушли, улетели в другое место. В основное русло. Сейчас поближе подойду. Змей тут еще нету. Змей у нас навалом. Так. Лягушки поют здесь. Приблизим. Ну да, два лебедя. Бывают бояться. Потихоньку еще подойду поближе. Я чуть никогда не знал, что они здесь есть. В другом месте я знаю, что есть. А может, они первый год здесь? У нас цапли тоже. Аисты, то есть цапли есть. Аистов раньше тоже я их никогда не видел, их не было. А вот уже третий год, наверное, прилетели. Живут 3 года подряд. Ну вот, они уплывают от меня, боятся. Тут вывел, орёт. Красота. Тихо. Там какие-то уже начинают цвести тоже цветы. Ну что ж, вот мы посмотрели на речку, на реку Хопёр. Это притоки, разливы, разливается. Лебедей посмотрели. Птички поют красиво. Все, поедем дальше. Всем пока. До новых встреч.